Ну это за сперматозоид переросток! Ты ничего не знаешь! Ты ничего не... Ты ничего не знаешь! Всем бобра, дорогие друзья! С вами Винди, и сегодня мы поиграем в игру Monstrum. Игра, которая придет к тебе домой, съест твою собаку. Если у тебя нет собаки, она подарит тебе собаку и потом съест ее. Окей, воу. Я в какой-то тюрьме, больнице, в унитазе, в туалете. Я в туалете, хорошо. Она отодвигает. А, я могу ее трогать! Что со мной? Почему-то я на секунду потерял управление. Значит, здесь нету зеркала. Похоже, я настолько стрёмный, что зеркало сломалось. Я пришел сюда, посмотрел в зеркало, сказал: «Скажи, кто на свете там всех милее, всех прекраснее, белее?» И зеркальце такое... Я держу этот дневник при помощи силы мысли. Вы же видели, что двери я открываю руками. Значит, руки у меня есть. Но этот дневник держится при помощи магии. Я Гарри Поттер. Или просто дебил. Так, моя голова болит, она меня убивает. Что происходит, где я? А, то есть я еще и не знаю, как я попал в этот туалет. Ясно, ясно, хорошо. И похоже, я со злости сломал вот это. Могу открыть эту дверь. Воу. Окей. А, нажми левый контрол, чтобы залезть. А, и спрятаться под столом. Залезь под стол. Залезь под стол, а, и двигайся вниз. А, понятно. И... Я под столом, как это круто. Хватает себе. Флешлайт, ладушки, я могу включать, я могу выключать. Ну, как обычно, непонятная штука номер два. Прочитай записку. Я думаю, что-то пошло серьезно неправильно. Я не видел никого в паре часов. Они пошли расследовать двигатель. Но никто не вернулся обратно. Здесь по-любому есть пожар, и я могу слышать, как они горят. Может, пойдешь поможешь? Я не хочу делать никаких звуков, ломая двери. Я слышал, Фред кричал, и потом он просто отрезался. Заткнулся. Если ты проснешься... И найдешь это, тогда я думаю, короче, что балконы горят, я ухожу, я думаю, что ты больной, но мы должны отправиться с этого корабля. Если ты доберешься до следующих часов, я буду ждать Элис. Если что, я специально перевел как Google, да. О, смотри, это как рожа. Смотри, два глаза и рот, он такой. О, флешлайт. А, фьюз. А, я могу вещи кидать. То есть, если кто-то ко мне подойдет, я могу в него так... Да пошел ты! На! Забирай вот это, не трогай меня! Так, ладушки, 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 пора уже выходить. Воу. Воу. Так, я походу на корабле. И это клево. Не то чтобы я очень обожаю корабли, вообще говоря, я не очень люблю корабли. Но это клево. Корабли — это отличная тема, чтобы попугаться. Да, если кто не понял, это хор. Да. И тебе привет! Я так... Что? Все серьезно стало хуже! На меня накричала камера, потом на меня накричал корабль, и потом какой-то Боров проснулся, судя по звукам. И он такой... О, открыто. Оу. Оу. Я могу ходить по чужим комнатам? Это здорово, 1:45. Часы остановились. Что-то заставило остановиться часы. Что же это? Радио! Я могу врубить музыку? Ладно. Я думаю, что нехорошо включать музыку, когда там ходит какой-то невероятный Боров. Залезь! Что это за сперматозоид переросток? Ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь! Уйди вон! Уйди вон! Беги! Встань, беги! Не кричи на меня, тварь! Беги! Что, твою мать, здесь происходит? Почему на меня напал сперматозоид переросток? Что ему от меня нужно? О боже мой, это просто комната, я в ней был. Он лезет по земле. Он лезет, это говно лезет по земле. И оно лезет ко мне. Ладно, неважно, идем наверх. Все, нормально. Не паримся. Там была опять камера, а меня она опять пыталась спалить. Фак, поворот.
Не туда! Что за чертовщина? Иди в жопу! Иди вон! А, там была лестница, точнее, вентиляция! Я, кажется, слышу... Нет! Нет! Сраная камера, в рот тебе, дрюч! Иди туда! Открой дверь! Да чтоб тебя! Ладно, залезь сюда! Пожалуйста! Ты не можешь залезть сюда! Супер! Отлично! Обожаю людей, которые не умеют залазить в вентиляции! Вы лучшие! Опять это... Опять сейчас за мной пройдет сперматозоид-убийца! Он будет хотеть меня! Закрой дверь. Меня здесь не было! О! Дневничок. Заткнись! Музыка, что с тобой? Почему музыка резко стала такой? Да твою ж мать! Может, врубим музыку? Ты меня не видишь. Ты меня не... У него есть скелет, у него есть жопа! Может, под затыльником ответить? Нет, главное... Все, я не двигаюсь. Фига. Ля, он решил поджиматься, короче. Это инопланетянин-воркаутер. Он меня сейчас увидит. Он меня не увидел! Ей! Может, рубим музыку? Правильно, правильно! Беги от меня, трус! Я б тебя побил сейчас! Я б тебя так побил! Слабак! Сыкло! Непонятная шняга! Фу! Иди отсюда, это моя комната! Он думал, что может меня испугать. Мне удалось. Эй! Ты любишь музыку? Я люблю музыку! О, фонарик. Отлично. А я его, походу, выбросил. Не важно. Я просто буду идти на веселье. Под такую музыку ничего не слышно. О! Самый невероятный выживальщик на корабле. Просто достал, врубил радио, побежал. А я устаю, да? Значит, мне лучше не верить. Значит... Слышь ты, труба, ты меня пугать решила? Пошла ты. Окей, труба. Все, ты доминатор, хорошо. Я подчинюсь тебе. Ё-моё. Судя по воде, мы на краю света. И вот там вот. Огромная бездна. Если я выпрыгну, то я в нее упаду. Может мне выкинуть этого непонятного чмыря туда? Я бы хотел. Слушай, под такую музыку это круто! Я не могу под такую музыку пугаться. О, вертолет! Улетаем? Ха-ха, выкуси! Выкуси! Он не работает. Блин! Я так надеялся. Куда вот эту штуку надо вставить? Я, по-моему, его слышал. Я точно его слышу? Он вот там. Тихо. А что, кстати? Что написано было? Окей. По-моему, он идет ко мне. По-моему, он хочет меня. Возможно, ему понравилась моя задница. И поэтому он хочет ко мне подойти. Я не знаю. Я не хочу знать. Я не хочу его видеть. Это таинственный сперматозоид, он там стоит. Я его видел. Ты его видел? Я его видел. Может, вырубим музыку? Там опять эта сонная песня. Если там была веселая, я включил. Но там она унылая. Он хочет пройти, по-моему, но он не может, потому что ему горячо. Я надеюсь, ты там сдохнешь. Сдохни там! Слабак! Не может пройти через эту водицу. Ты, блин, как он трясется. Ему страшно. Да. Окей! Я понял, все хорошо, я ухожу. Ты мастер, ты все можешь, ты доминатор, я пошел, пока. Внизу я один раз от него ушел, уйду и второй. Наверное, надеюсь, может быть. Почему такой долгий проход? Я ушел? Да, я ушел. Чувство такое странное. О, верстак! Верстак! Я могу крафтить штуки? Нет, я не могу крафтить штуки. Тут у нас нету пистолета. О, дрель! Дрель! Хватай дрель, иди к этому говнюку и выколи ему глаза! Ну!
Это всего лишь огромный сперматозоид-убийца! Что тебе от него бояться? Возьми две дрели! Вот так будет. Это, конечно, не то, что было в начале, но тоже. О, штука. По-моему, он меня спалил. Я, конечно, не уверен. Но он меня спалил. Давай сюда! Тебе нравится музыка? О, да ты красавчик! Решил засосыч. Ладно. Не очень люблю целовать огромных сперматозоидов-убийц. Так, второй раунд. Теперь мне нужно... Воу! Воу! Мать моя женщина! Я появился в другой комнате! Тут есть краска! Можно занюхаться и забыть вообще обо всем. Я здесь буду жить! Все? Зачем мне куда-то уходить? Здесь есть краска! Я просто буду ее нюхать каждый день, и мне все будет окей. Ладно, дети, не нюхайте краску. Она... Она приятная, но она не... Она... Не надо! Икить, твою мать, дверь, чё ты так плохо громко открываешься? Скажи, если бы ты появился вот в таком комнате, да? Уснул дома, все хорошо, мама рядом, папа рядом, там семья все рядом, кто у тебя там рядом, может быть, все рядом, там девушка внезапно какая-то рядом, кот рядом, хоть у тебя кота никогда не было. Вот, чувак под кроватью тоже рядом, и вдруг на следующий день ты просыпаешься в корабле. И ты чувствуешь, что кто-то рядом. А у тебя в руках огромный нож. Пошел бы ты на это существо или нет? То есть, ты знаешь, что нож острый, но ты не знаешь, на что способно то существо, которое за тобой охотится. По виду оно похоже на огромный ходячий сперматозоид. Итак, твои действия. Напал ли ты бы на него или нет? Я скажу честно, я бы нет. Потому что я циклоп, я могу его ж... Вот это было страшно! Он с таким топотом ко мне шел, будто он знает, что я спер его консервы. Очень стрёмный молодой человек. И я хожу так же громко. И он, скорее всего, меня слышит, потому что ты не представляешь, насколько громкие звуки в таких кораблях. Я думаю... Вот так конкретно падает. Я думаю, ты имел когда-нибудь опыт, что ты живешь дома, да? Я надеюсь, ты живешь дома, и у тебя сверху какой-нибудь сосед ходит. И звуки такие, будто он тебе прям по голове ходит. Будто этому соседу там не 70 килограмм, а все 130. И он не ходит, а знаешь, топочет прямо. Пытается пол пробить, чтобы к тебе упасть. Вот, а тут еще громче. О, я здесь был. Теперь этот монстр не похож на сперматозоид. Теперь он похож на киборга. Звездных войн. И, по-моему, он что-то знает. Вот, 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 вот. Ушел налево. Тихонечко. Тихонечко! Ты чего, дурак? Хрен ты так громко открываешь эту дверь? Возле тебя сраный киборг только что прошел, а ты так дверью хлопаешь. Балда необразованная. Может быть, здесь два существа? Один из них с другой стороны, а другой с другой. Один из них сперматозоид, а другой киборг. Мы должны их соединить, потому что они идеальная пара. Киборг и сперматозоид. Я думаю, об этом можно состряпать отличную любовную историю. Найти заправочку и разблокировать дверь. Разблокировка двери, скорее всего, делается при помощи динамита. Скорее всего, таким же образом мы отломаем и провода, а потом мы достанем маленький такой портативный ядерный взрывчатый чемоданчик. Ты видел по-любому такие в фильмах. И после этого мы взорвем здесь это существо. Ну, потому что можем, потому что это свободная страна, и мы, в принципе, имеем на это право. Фига себе! А этот корабль еще больше, чем я ожидал. What the fuck? Ой, да ладно! Да! Вот этот чмырдяй тут, а тот чмырдяй там. О, кровь. Как-то мило. Обожаю кровь. Особенно, когда она у меня не вытекает. Справа ничего. Все, беспалево. Как день, как ниндзя. Чтобы никто не увидел, никто не понял. Никто не увидел, никто не понял, тупой придурок. Это не значит открывать двери так громко. What the fuck? Твою ж мать! Да ладно! Иди ты в баню! Ну нифига себе!
Он прямо сзади меня, и я не убегу. Я никуда не убегу. Слушай, устань! Ты устань! Бро! Бро! Бегом, бегом, бегом! Fuck you! Он просто мне отдал в щачло! Он просто прописал мне в рожу! Тот хоть как-то там съел, а это просто... НАСЫКА! Что? Ладно, ребята, я думаю, на этом все. Обалденная игра, мне она нравится. Если вам понравилось тоже, то я продолжу. Вы напишите обязательно в комментариях. На этом все, всем пока-пока-пока. Удачи!